Дивногорье – уголок русской равнины. Это место силы, это родина. Здесь встречаются могучий Дон-батюшка и извилистая, кокетливая, тихая сосна. Пойма этих двух рек – подножие, с которого тянутся ввысь белые горы-стены. Вверх от заливных лугов, по тропинкам к седым ковыльным просторам. И вот оно, плато. С него куда ни глянь, от горизонта и до горизонта – Русь. И хозяева здесь сотни веков, лесостепь, вольный ветер, да разбросанные по склонам меловые столбы-останцы. 700 лет назад древние люди называли их дивами. Дивногорье – это учебник и атлас наглядных пособий. Историк и археолог с замиранием сердца прикоснутся к тайнам эпох. Стоянки первобытного человека, курганы бронзового века, Маяцкое городище, крепость-форпост Хазарского каганата. Здесь более 80 памятников археологии. Геолог, как в старинном манускрипте, прочтет здесь понятные только ему записи времен. Сначала было море, оно отступило, оставив меловые отложения, и однажды, 300 тысяч лет назад, жесткая плоть Донского ледника придала отвоеванной территории неповторимый ландшафт. Ботаник в восторге собьется со счета в попытке подтвердить разнообразие флоры, сохранившейся с древних времен, и ее редких представителей, занесенных в Красную книгу. Ведь зеленый мир Дивногорья – это более 850 видов растений. Зоолог подтвердит, здесь обитают около 150 разновидностей позвоночных и почти 7000 видов беспозвоночных животных. Найдется пища для ума архитектору и строителю. Их древние коллеги, монахи-отшельники, прорубили в меловой толще культовые пещеры, замечательные по тонкости и прочности работы. Их 6. Протяженность самой маленькой всего 27 метров, самой крупной – 351 метр. Все они вырублены на участке длиной более 8 километров. Одна из подземных обителей известна как двухъярусный пещерный комплекс с церковью Сицилийской иконы Божьей Матери. По преданию, 200 лет назад чудотворному образу возносили молитвы жители окрестных поселений с просьбами даровать спасение от страшной болезни. И святой лик отозвался нерукотворным чудом, а рукотворное стало уникальным храмовым ансамблем, одним из самых необычных в России. Эту удивительную в своей неброской красоте землю хранит теперь не только небо. У нее статус объекта культурного наследия федерального значения. В 1991 году здесь был организован музей-заповедник Дивногорья. И это значит, что историческая память, которая часто живет вопреки, не прервется, благодаря все той же рукотворной заботе. Время не сохранило имен всех тех, кто достойно прожил свой век под этим солнцем, но нам достаточно знать – это были наши предки. Остальное – пища для ума людей искусства, писателей, художников, кинематографистов. Воздух Дивногорья все так же полон тайн, как и сотни лет назад, а просторы южнорусской лесостепи и меловые ландшафты – неистощимый источник впечатлений и вдохновения. Хотя бы раз в жизни здесь должен побывать каждый из нас, чтобы понять, откуда мы, и ответить своим детям на вопрос, что такое Родина.